was the time when you didn't have to cry. It was so fine when you said goodbye. You are alive, but you are missing all the sun. If you wanna survive, you have to run. Воробьев, команда Киев Юнайтед. С победой поздравляю. Витя, очень-очень спокойно вы так разгромили сегодня 8-5 своих оппонентов. Ну, все спокойно, первый тайм спокойно, а потом мы пошли немножко тактические ошибки при заменах, и поэтому вот началась немножко каша на поле, а не любим это, поэтому... Ну, в аспекте всей игры вы сегодня очень хорошо. Я действительно не узнаю этот Киев Юнайтед, который был буквально в прошлом зимнем сезоне, только начинал. Ну, мы немножко усилились тем, что пару игроков пришло молодых, которые делают у нас. В основном старый состав у нас же все 40-летние, а это вот пару молодых. И единственное, что мы тоже стараемся, выбирали все одинаково технично, в плане команды выбрали, не вырываясь вперед. За счет этих индивидуальных, ну, как, индивидуально это хорошо, конечно, но мы все равно стараемся привить любовь к командной игре. Футбол – это командная игра. За счет соперника сегодняшнего, ну, мы как бы просто изучили хорошо, хотя же... Готовились, да? Не, ну, мы знали просто Бена хорошо, знаем, уже первый сезон с ним в одной лиге играем, поэтому мы знаем все его, скажем так, и силу, и систему. Но игра вся идет в атаке на него, и главное было крыть его. Мы сразу договорились, что один человек конкретно не был. Просто во втором тайме, я же говорю, вот оно так было. Пошло немножко не так, из-за этого и пошли вот эти все голы в конце. Ну и заодно надо было на Новый год уйти на первом месте. Ну, я поздравляю вас. Спасибо.